Так, друзья, маленькая зарисовочка. Наш хозяин дома Альваро приготовил вот такую вот штуку и говорит: кушайте. В общем, угощает нас. Рис черного цвета, мидии, вот это вот креветки и какой-то соус. Вкусный? Да? Вот такая вкусняшка. Не знаю только, почему рис черного цвета, но, наверное, такой испанский маневр. Вот, находимся в нашей деревне. Деревне под названием Атого. Такая вот жизнь здесь протекает. Взлетают самолеты, носят пассажиров в дальние страны.